Так, отпили ману. Смотрим. Пивайка. Еще пей. Попробую захилить вас. Не, ну это могу зайти на Эдшаму, если, конечно, еще целка не будете собирать. Что-то... Ну давайте. Это последний перс без КД у меня остался. Это Эдшам. Типа пару. Да лучше не пойди. Это самое. Мы убьем, все нормально будет. Трэш очень сильно надо бить. Инь здесь. Джоспанк здесь. Инь, Джоспанк. Инь и Джоспанк. Да, знаю. Здесь. Мужчина. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Герои, вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Васап, как ты хилишь рейс на Вальке Эрду? Что именно тебя интересует? Ну, омоложение там. Вот, допустим. 300 к жизни. Омоложение, буйное покровительство обычно. Да, мне ГКД бесит, мне хосты знаю сколько. Нихуя, 941 хосты. Ах ты, сука, я в шмоте понял носовую, ёбаный в рот. Не бил. Написал ты на мой X-Live? Подавление будет. Подавление справа бейте. Что, у тебя символы на Эрдру стоят? Ну стоят какие-то там. Блин. Заебись. Ну что там тащит, как слов заходит. Там потом тащит. И ЖЖшка. Да даже моменталку дает. 11к крипует. Не понимаю, что ты говоришь. Да, я сам понимаю. У меня на 20 крипует. Что у тебя слабовато. Вообще не говори. Угу. Так, наложение бунерос есть. А есть у вас друг что-то, что критует на 30 плюс? Подавление. Ну да. Подавление? Не, без стака, без стака. Сука, не умри. Блять, хилы у меня. Не пугайте так, блять. Ну-ка, пятую пати заходим. Слейте мага. Подавители, магов, бейте всех дурак. Хули этого жирного бьете, когда маг. Вот огненного лейте. Друг друга хотайте пятую пати. Живите, хуй, живите. Макс, захиливайте хилов. Для пизде не упадут, бля, пиздец. Ретрия может по себе кинуть священный щит, в то время, когда в порталах летает. Подавление. По себе шок небес. И открыта флешкой. А если спасибо, же... что сказал. Она знала, наверное. А то я не хилилась. Человек сама помочь хотел. ЕП за... Косарь голды должна. ЕП за пол. Не падаем. Разгром, ёбаный вот. Убить. Когда вы будете раздавать? Я уже боюсь. После порталов не живите. На себя там духи кидайте. Эршам не упади, блядь. Падаем, падаем. Дрогин заходы в минус на Вальку, свою группу пятую заход.
Блин, у меня мало маны. Я даю им на ману. Давай. Так, рост хилим, хилим. Дух на это, на Вальку. Потом гимн на хп. Паладина возложения на Валю. Истерить. Не надо. Вы сможете, сможете, нет? Портал есть еще у вас? В смысле стаки? Подавление, подавление убейте. Да, если подавление убить, то захилится быстрее Валька. Это очень важно. Да все, дохиливайте там. Я похиливал. Спасал. Даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями. Вроде москва. Спускайтесь вниз. Ролим. Какой осколок уже шестой? Не знаю. Наверное. Так, кто там? Это самое. А он что, на холика идет, ред? Да, идет. Ну, да. Это предбисовый. Так, Акасия, графички я. Я на себе заберу, да? Носову же нормально? Ну да, нормально. Предбисовая, да? Носову тоже, да. А разве СВК не там бисовый носову? Да, конечно. Не знаю. Вчера какой-то упал плащ. Так. Хант, надо тебе вот это? Не знаю там. Там бисовый на кота. Какие кота, кольчуга, дайте. Так, вот это надо шлак кому-то ролики забирать. Если так, по роллу, только я возьму да, этот шлак. Забирай. Здорово. Так, спускаюсь. Поставь тут крылу. Там же крылу. Так. Групповая, да, вот это? Фрилут поставь, а то там сейчас отойдут. А, да, надо же это самое. Каждый за себя вот это все понял. Давайте курите там 3 минуты, только не все сразу. Я ушел курить. Блять, не куришь. Полный отчет на здании, один дамаг нанесенный. Да, все правильно. Все правильно, да. Остановите их! Вот бьем этих дураков, короче. Подожду там чай на пьем. На сестре тактику расскажу, бьем с пирокрая, не пласовка. Талик это был. Чем-то офигенно. Thank you.
Прикольно, ты разбьет три человека. Прием, прием. Я пока не могу выключить заклинание. Так, тотем убираем, идем наверх. Агрим дурака. Слышно меня, прием 2, 3, 4. Да, да. Угу. Так, сейчас убьем, захилимся. Беги за клоном. Потом синдралит летит. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Не убила. Нет, не убила. Ладно. Отлично. Так, стоять. Значит, танки фрушмот одевайте. Будет следующая тактика. Значит, на второй фазе будем чек на ФК вначале. Тут это принимаем, сейчас начнем.
Так, значит, следующая тактика. На второй фазе милики отбегайте в РДД. Стоите. Метки все несутся под босса. Если надо будет в сторону, я скажу. Вот. Покажу, как ставить метку. Будете так ставить. В красный кружок не забегать. Если кто не знает, покажу. Так. Я останусь хилер Ретрика. Так, я поменяю сейчас. Чтобы я был с хилами. Вот. Сова одна. Демон один. Демон Кральк вроде. Так, БР. Сначала Спирит, потом Жешка, потом Логин, потом я. Да. Отлично. СС. Кральчик, дай СС на Поклонского. Аркасия, дай Фелрона. Инь, дай СС на Бандерлогина. Так должны убить. Гимн Фотон, Бу по команде. А Буль по ситуации. Смотришь. 5 хилов, идем. На второй фазе ничего не стакаем, в сторону не выбегаем, стоим за меткой, за глыбой, скидываем стаки. Все убьется, все нормально будет, чек на пул. Талик упадет, если будете слушаться. Если не будете слушаться, упадет Кога, блять, заберет у Ваня. Спускаемся вниз, хотаемся. Забери. Ну ёбаный рот. Фелрон, блядь, ты дебил? Фелрон, ёбаный рот. Технолайк, да? Минус 50. Фелрон, что ты сделал? Встал у тебя. Печать, наверное, печать, наверное, не вырубил. Да нет, он протопал. У него не должно быть печать. А чё он всекал? Может, на пол на него дали? Не-не, я не давал точно. Поклонский, или у тебя не было власти, сука? Не-не, было. Блять, Джерри, сука, петух, честно, долбоёб. Ну он такой вообще долбоёб, ну вот согласитесь, вот он просто вот так рится из ничего. Да дебил, нахуй, честь пошёл. Так, резаемся, побежали, Фелрон, нахуй, чё это было, блять? Так, ну, может, роги не знают. Роги, два роги, и Аня, напуливайте на Поклонского, это танк. Может быть, сейчас вы на Фелрона напулили, я хуй знаю, что вы сделали. Ну, почему-то, блядь, это пиздец какой-то. Первый раз такое дерьмо вижу, блядь. Резнулись, перебежали к Сендре. Сука, Талик уже не упадет, Клык упадет. Кольцо стукало, просвет. Я просто третий рейд хожу, третий раз воля падает, и все время кольцо падает в Синдре. Что думаю, наверное, кольцо. Да не, надеюсь, не упадет. Хотя, если упадет, себе заберу. Назови свой ник, я буду постоянно с тобой ходить. За волей? Да. Выйду поклонники новые. Кстати, одну из них я забрала. Правда, не на того, кого надо, но ладно. Это Анины поклонники. Аня, тебе сколько лет? Где-то ну, это не вообще-то Настя, а не Аня. А. И... Да, думаешь, он знает, кто тут кладет. Это Аня еще говорила. Не? Я перепутал. Да ни к чему, ПМ напиши. Ё-ма, чё сложно, что ли? Красава. А, за Фелросом? А, блядь, ты мне скажи, он там не сказал, почему, блядь, на нём бот был, это же вообще пиздец. Фелрон, блядь, как так получилось? Всё, забафались, я кого-то запомнил случайно. Давайте, ману, впивайте, фулбаф. Или лапку. Ешьте, пей. Рыба есть? Я понял теперь, что она замужем за Фелроном, поэтому по расколу как говорила что-то, ну что теперь поделать. Так, чего-то не хватает, да? А нет, вроде все есть. Давайте чек на путь, кто-то имеет. Теперь вторая пати приоритет.
Так, на пул на Поклонского. Поклонский, приготовь таунт и притяжку. Блядь. Чё-то такого не было больше. Метки снизу. Метка на мне. Ваня, говори. Ты да, тоже метки. Васап говори. Я отпрыгнул, я все вижу, сейчас скажу. Все, слева падает. Слева спрятались. Метки до половины, бьем. Крайние метки не вижу. РДТ развернулись, подбили до половины. Слева падает. Близко. До половины. Справа падает. Разбили склеп почему-то, за которым стоит. Убивает. Дебилы, блять. Крайние не бьем, давайте падаем. Разбивайте уже до конца метки, блять, и падаем сейчас. Так, это пиздец какой-то. Блять, люди считать не умеют или что? Сколько меток должно упасть? Ты про что? Про какие метки ты говоришь? Не говорю о бомбах. Сколько бомб должно упасть? Зачем сливать все метки? Вообще до половины сливать метки. Я говорю, некоторые люди не умеют считать, сколько должно упасть глыб. Ну, бомб. Да нет, ты чё? Просто некоторые люди, блядь, бьют метку, за которой стоят, и падает 20 человек. А знаешь, нет тех, кто шарит бить метки. Да-да-да. А те, кто не шарит, что назначить? В небо смотреть? Да, прожать эскейп и смотреть за бомбами. Давайте сейчас объясним так. Значит, будет человек, который будет вас водить. Если это не заморожишь, это буду я. Вот, вы будете стоять в звезде. И ту метку, которая рядом с звездой, вы не будете бить вообще. Ладно, блядь? Вот, все остальные до половины надо подбить. И потом доты стопнуть по ним. До половины. А вы сейчас метку разбили, блядь. Половина, блядь, это пиздец. А крайние состоят с 60% хп. Вы что, блядь? Ну, так, и гайд еще. Нажимаем Escape, нажимаем интерфейс, все, блядь, нажимаем сейчас. Нажимаем, как оно называется? Имена нажимаем. Игра, имена, блядь. Внизу такая хуйня есть. Индикаторы противников. Галочку ставим, блядь. И метки, индикаторы, вы должны видеть, блядь. Так, дайте маму починить маму. Если вы этого не сделаете, блядь, если вы сейчас метку убьете, блядь, я распущу это говно, блядь. Поднимите, поднимите. Лес это все. Поклонский, вставай. Ты же резко вставай. Все, пейте маму быстро. А есть рыба? Да есть, там только кому-то 100 голд надо заплатить за нее. Чё ты там линкуешь? Давайте быстрее куба, пристабаф дайте, не вижу пристабафа. Потом бу. Вот. 20 минут на синдре сидим, чек на пух. Скажи слово. Мама. Давай ты. Готов?
Угу. Ваня, варенька. Ты до сих пор хилишь в шмоте на сову. А, да. Вот. Варенька. Блять, у нас как. Варенька, мы встали. Варенька, сворачивай до раму, алло. Варенька. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Варенька. Блять, покричите кто-то его, ПМ. Он в РК там, не? Надо подождать. Я пока не могу ничего не сыграть. В РК там варенька, нет? Надо подождать. Раз, два, три, слышно? Да. Варенька в РК, да? Я пока не могу ничего. Да, он в РК. Спасибо. Варенька спустился. Спускаемся. Так, никто не таунтит босса. Глыбы вспоминаем, как я вас учил. Так. Надо здесь выбрать. Подгрузим на ход имеет, чтобы на все было много риска. Беги, малышка, беги! Чувствуете, как ледяная лапа? Аня, ну ты чё? Ищите, магия на мне. Аня, ты здесь? Здесь так, метки ставим, смотрим метки. Никто не хилит, пока служденка. Метки спустились вниз. Так. Для тупеньких ставлю звезду. Эту метку, за которой звезда прячется, не бьем. Остальные до половины бьем. Да, по центру одна метка упала. Смотрим, вторая там же по центру ровно стоим. Метки до половины подбиваем. Не вижу, блядь. Вы потом не разобьете. До 30% подбиваем. Звезду сместились, бревно сместили. Блядь, почему она попадает? И еще последняя падает, звезду стали. Теперь за которой стоим, бьем. Бьем полгода. ДД в метку. Аня, ты здесь, напиши в чат. Писали, что ты его убил. Так, хилимся, разобьем так. Магия нам не хилит. Жешка, мы дроги хилите. А буль, хиль связкой, молитва исцеления и следом круг исцеления быстрое. Ну, когда просядут. Шаришь, короче, и молитву восстановления по тебе. Так, милики не страшно. Беги, малышка, беги! Блять, Борин. Вы чувствуете? Да. Извините, не падаем. Но мне 4 стака, а больше 8 не номера. Так, бьем, все удачно. Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! Так, приготовились, подбиваем метки. Слева падает, спрятались быстрее. Быстрее звезды. Подбиваем метки, блять, фуловые метки стоят справа, падает, переместились. Нашу тоже до половины не сдохните. Крайний бьем, слева падает, сместились, блядь. Метки
квадрат, по две эти, блядь, пул хп стоит. Последняя метка падает. Вы чё, блядь, РДД есть? Через метку вы можете бить. Давайте звездопады. Потом, когда скажу, будем на хп. Метки сначала. Через метку нельзя бить, если что. Вот. Так. Что ты говоришь? Через метку можно бить. Ибо ваша жалкая магия! Через метку спокойно разобрать. Ну попробуй бить босса, когда метка стоит. Да не босса. Тот сейчас выносить будет. Так, давайте рост. Давайте рост, на третьей базе нам не понадобится. Милики, как бы. Беги, малышка, беги! Так, 5% приготовим. Или я как говорил, не дай бог будете морозить. Я вас по IP вычислю. Метка на мне, ушли милики, быстрее, ушли. Сразу разбиваем меня. Ушли все. Вот так, как я сейчас поставил, все так ставьте. Блять, рок захильте. Боремира не поднимаем пока. Разбили быстрее. Следующую также ставим. Будет притягиваться. Беги, малышка, беги! Да. Разбили под босса, неси. Милики ушли. Вот почему вы сейчас с меткой стоите? Три дебила. Два дебила. Разбили АОЕ. Потом гимн на хп отдавай. Дурки, блядь. Разбили. Сейчас в сторону выноси очень дальше. Вынеси там две глыбы. Вынеси. Не бегайте вправо-влево. Встали в портал локовский. Все. Сука, как вам объяснить это еще раз? Разбили слева глыбу. Сейчас следующая под босса. Вас, фанбосса, там душ смерть, сука. Второй, блядь, кто, дебил какой-то заморозился. Это я, не думаю, что так далеко. Разбили переднюю, и ту тоже разбивайте. Сильнее все в глыбу играют. Так, уходите, милики, уходите, блядь, Ретрик, уйди отсюда. Ушли все. Вот. Там сейчас не бейте, притяжка. Не бейте глыбу. Стоп по глыбе, блядь, вы меня убьете. Стопните, идите, блядь. 20%, он кастует. Он доты дает. Дышим. Добили глыбу. Рога под босса, рога под босса. Под босса, рога. Ушли милики, гуси. Вы, блядь, бьете только метки. Сука, тут за вас убьют все и так. Все, доберсы 5 минут, сука, не пользуйтесь. Хильте протопало. Хильте протопало, не пользуйтесь драйв. Под босса метка. Милики ушли. Разбили, не разбивайтесь. Разбили метку. Поднимаем протопал. Блять, унеси синдру. Давай. Там протопал вообще на лоу хп очень долго. Вы хильте его лучше там. Просто его сильнее гораздо прошибает, чем БДК. Ну, посмотри, сколько на шамане было просто вот освобожденных. Мне ни одну не пропустило. Все абсолютно освобожденки были. Давайте побежали. Так, сейчас мы какую-то систему замутим. Ваня, Варенька, можешь зайти на Ршаву? Да, там сейчас зайду. Там вот на хлопнул, смотрите, сколько. Вон Иню, скажите. Персонально. Смотрите, какой нахлопал. В конце, наверное, нахлопал или нет? А, по всем нахлопал, да. Инь, чё ты так нахлопал много, блядь? Или Кралька, или Ваня, кто лучше зайдет? РДД пусть будет, наверное. А я зайду. Ваня зайдет. Резайтесь, бегите, портуйтесь к себе. Илюха, ты мне распечатал? Кирилл. Забьюсь, я распечатаю. Так, Фелром, у тебя фрушмод же есть? Я
я, говорит, по 1-3 плакал. Ин, блядь, ты обалдел, что ли? Ну. Ин, я тебе объясню один раз. Ты у нас, ну, новенький, я тебе объясню один раз. Освобожденная магия, стопаешь ДПС, блядь, ёбаный свой, понял? Вот и все. Ты должен ни одного стака не получить. Один максимум, что ты можешь. И то это будет плохо. На второй фазе ни одного. Ну, протокол что... правда говорит, по нему за 7 секунд прилетело только от щита хилка. Так, Ваня, ты зашел? Да, сейчас там ТД спекайся пока. А мне в ДД вы захилите в пятером точно? Ну, да, захилил. Там друиды мало покрылись, там танка хилили, там почти не хилили. Так. Если вам нужно, я могу анонсить, когда забираю Синдру. Что там с танками? Между собой. Лучше, лучше говори, потому что чтобы все 5 хилов знали и могли в тебя что-то кинуть. Это будет лучше. Говори, так нормально будет. Так, Ваня здесь, чек на пул. Отпили мало. Сейчас спекнусь. Дайте по шаману бафы. Друид говорит, аккаунт пишет. Какой? Нету каски на ворах. Жишечка. Дайте хавку на ману кто-то. Майк, да, историк поставьте. Обмен. Дура, а что ты напишешь? Типа, потому спасибо. Что... Надолго написал друид? 3 минуты написал. Вот, вот незаметно, да, пролетел час, нахуй. Потому что 38 минут назад мы вроде как сюда только пришли. И сейчас час пройдет, блядь, на этой синдре ебучей. На профи. На профи, скорее. Все, у кого есть лучшие персы, я там зайду. Лича профа, зайдете на дамагеров, которые больше дают. Или кого-то, ну, поменяем. Так, меня, в частности, еще кого-то посмотрю по ДПС потом. Жешка тут? Остался у кого-то с сурка еще ДПС? Может, можете показать, если есть? А сколько было на сурке общий? Не очень большой, там 4 трэша было. Босс простой, если вы знаете, что к чему тут делается. Декада, ты здесь? Я лагаю или ты лагаешь? Жешка, здесь гекады нету. Гекада в РК, гляньте, черный лимон. Я пока не могу прочитать это секрет. Прием, слышно? Да, слышно. Нет. Гекада и Ретрия. Гекада. Нет ее в РК, да? Спекайся, хила пойдем 24, там, если шоу, после подождите, босса заменим. Подождите, у меня вылетел, я сейчас зайду. Заходи. У меня что-то модем дернулся. Модем? Ну да, у меня сегодня второй раз, не знаю, что-то интернет какую-то ошибку выдает. Не знаю даже, в чем дело. Модем? Модем, да, модем. Модем, модем, модем. Блять, а модем, не понял, модем, знаешь такое слово есть, модем.
Вот. Это который делает так. Или это 3G или 4G? Ретри здесь. Так, все принимают, Поклонский принимает, Седер принимает, Гекада принимает. Гекада здесь. Ты заходишь? Да подожди, я захожу. Давай заходи уже, скажи там своим, как они там называются, провайдерам, блядь, что уволит, блядь, всех. Плав, ты что, опять нюхал перед рейдом? Да конечно, да, как, бля, как не зарезать дорожку перед рейдом, тем более. Вот, Гекада здесь прыгает, смотрите, счастливая. Давайте чекну круг. Блять, ну чекайся. Ебучий 30 секунд. Фуба, все есть. Так, ну это. Варенька. Ну, блядь. Да тут. Запускает. Блять, я забыл про сухари, там походу в духовке сухари загорели. Печка только что щелкнула. Блять, я думал, я хил. Ты куда-то готовишься уже с сухарями? Да не, я просто посушил. Вот на будущее, а мало ли что. Там один хил хилит, если что. Так, никто ничего не стакает. С тайной не стакаем. Минимум 4 стака. Ваня говорит, сколько кило. Смотри. Притяжки сейчас будут лететь на лице. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Блять, один хилит. Один хилит. Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! Так, я непонятливых поставил звезду, метки две синие, в друг друга не вставайте, блядь. Спрятались, падает слева далеко. До половины метки подбивайте. Слева близко падает. Слева близко. Так, слева, четвертый будет. Так, ФУБД, звездопад отдать. Сильно-сильно метки. Потом гимн на ХП давай. Тут магия на мне, смотри. И ни одного стака, смотри на меня. И тебе тоже магия, смотрю. Ты понял, да? Да-да. Да, я все понял. Просто стоишь и за тебя рабы все делают. Беги, малышка, беги! Вот через секунду можно марш. Ой, сюда, сюда, блядь. Вот магия на мне. Так. Ну давай, подним. Блядь. Как тебя поднять? Сука. В смысле недоступно? А, блядь. Так, встал этот. Вставай, захиливай его сюда, Сюс. Вот захиливай. Дамаж. Сейчас будет вторая звездка. Припишите, здесь ваше вторжение не окончится! А чё, ауры нету кастерской, блядь? А, вон она есть. Спрятали. Выключи там транс свой. Справа далеко, спрятаем звезду, подбиваем метки. Перебежали. Не бейте, за которую прячемся. За которую прячемся, не бейте, пациенту близко. Сука, умрешь. Вот. И последняя четвертая падает по центру. Спрятали. У которых больше хп бей. Ну ебаные дурачки. Давайте сильно в метку. Сильно в метку. После метки только босс бьет. Так, Бондроген, поднимай ретри. Ретри, оставай за хилы. Давайте рост.
Милики, блядь. Какой-то лишний, два дурака заморозятся, блядь. Я не знаю, что с вами сделаю. Я приеду к вам на малиновый девятый. Беги, малышка, беги! Пиджак. Сендер, блядь. Да пиджак. Уже зажал. Фотон, красава. Дыни. Фотон, блядь, как дела? Так, приготовились, паза началась, милики ушли уже. Ушли в крест, милики. Ушли оттуда, сейчас туда метка побежит, сука, заморозится все. Ушли, блядь, быстро. Ушли, ку-ку. Вот как сейчас ставлю, так все и будут ставить. Поддал дубовую кожу, сразу разбить. Все метки под босса. Чем быстрее разобьете, тем быстрее убьем сундру. Разбили метку. Следующую так. Забираем. Забирает. Фелора на захил. Этот. Маг, назад, шаг назад. Блять, откинет хвостом тебя. До половины метку подбили. До половины. Все, стоп по метке. Стоп по метке, блядь. Нельзя разбивать сейчас притяжка. Как хлопнет. Все, бьем метку. Бейте метку, бейте метку. Разбили метку. Курик под босса, другие милики дураки, уйдите оттуда. Почему вы туда идете? Хилдука. Блять, три придурка. Разбили метку. Слав, резай решечку. Да я отдал. КД. Конскюрит, красава, резай жешечку. Букасаку под босса, сразу разобьем. Беги под босса, милики. Ты забрал. Не бегайте под босса, блять, прошу же вас. Вы что, не понимаете русский язык? Разбили метку сразу, пихил. Фелора накиньте. Следующая под босса. Александра под босса. Шаг назад, сделай, милики, уйдите, что ты в хвосте бегаешь. Блять, я всегда считаю, что ты по-любому ты разбили сразу метку, следующая под босса будет притяжка. Быстрее метку, милики ушли, сейчас надо под босс нести метку. Сова под босса. Молодец, сейчас будет притяжка, не бейте эту глыбу. Вот. Подбейте ее до половины, чуть-чуть подобрать. Все, так бьем, никто не бьет. Гера была уже. Все, разбивайте глыбу быстрее. Рога под босса, милики ушли, вы 5 человек сейчас заморозите. Забрал. Вот, разбивайте глыбу сразу, разбивайте сразу. Слава, ясни меня. У меня КД, не надо ничего просить. Бенгер, какой жешки есть. Под босса метка в рейде стоит, милики замораживаются, 5 миликов замораживается. Почему вы не смотрите сильную меточку на голову? Сразу разбили эту метку. Не бегайте в стороны ни в какие, не надо ни тут ничего, блядь. Со стороны, блять, метки. Так, Лукасаку под босса. Сразу разбиваем милики. Два удара дали и отбегаем. Разбили быстрее, это хил. Следующий обязательно под босса будет притяжка. Прием. Метка на мне. Смотрим внимательно. Забрал. Свалили. 4 хила собачелка, милики не стакайте. Пожалуйста, у кого гимн на хп по команде дадите? Бу. Даже беги, не хп, малышка, когда скажешь, давай, давай. Бу. Красава. Разбить метку. Конскюрит под босса. Конскюрит под босса. Ушли все. Вот я успел убежать. Молодцы. Сразу разбили. ЛДК. Киньте ДК. Блять, магия. Метка на мне. Несу в сторону. Отойдите. Забрал. Разбивайте метку, прячьте, пожалуйста, МДД. Следующий под босс. Рога под босс. А вот гимн есть? На хп тоже скажу, когда дать. Полиприз, приготовь гимн. Нормально. Потом, значит. Разбили. ЛДК. Разбили метку, быстро. Вот, следующая под босса. Под босса будет притяжка. Беги под босса, беги под босса. Милики, почему вы там стоите, ретрики? Там 6 хилов освобожденка, милики. Проверь, порталы локовские встали. Будет притяжка. Метку пока сильно не бейте, чуть-чуть задотайте. Все, не бейте пока, не бейте. Вот, теперь разбивайте метку. Пул ДД в метку. Давайте, босс играйте. Давай, добивай, метки в сторону, метку в сторону. В сторону, кто там труп вынесет, в сторону добивайте. Слава, ты пропал. Да. Пиздец, я... Талик пропал. Стоит, поставь ответственность.
ответственного ставь. Ладно, пошел там сухарями, займусь, отойду. Я поставил или нет? Поставил. Или поставил? Поставил. Слава, мне уже нужно идти. Ну да. Ой, я забрал клык. На осколок он лежит. Так, кто забрал клык? Я не знаю, кто-то забрал. Клык забрал осколок. Да наш забрал, нормально. Сейчас разжарим. Что значит наш? Аудейшн забрал. Фотон забрал клык. Фотон. Все-таки фотон. На клык. Кидай на ролл клык. На чунку. Потом его разрулю. Кидай на ролл. Никак не вреет. Осколок не знаю чего. Нету вроде осколка там. Есть осколок, кидай ролл. Осколок на ролл. Да я не могу. Ну, потом фрилуп поставишь, тут пусть ролит заберем. Что, ролим? Клык? Давайте, рольте. Ну, все, никому не надо, что ли? Ну, рольте, но... Но всегда, если что, тебе на притовары надо, что ли? Вон, отдай, не знаю, кому хочешь, вон. Дандурусу отдай. Никто из них не нравится, они не выиграли его. Ладно, оставляй себе, блядь. Кто токен забрал геровский? Какой там был, кстати? Варовский. Шамановский. Шамановский. Кидай на ролл, кто забрал. Рольте. Ну, хрячик. Так. Ане отдашь токен? Ане. Клык вообще-то на танка вара, это нормальный, да? Да, бис. Не петушитесь в чате, там не надо этого делать. Кинь осколок, да. Давайте, бейте большого. Давай, они там все освещены. Так а зачем он тогда рулит? Осколок, его кто-то забрал с босса или нет? Нет, он в боссе. Да? Сейчас я подойду и посмотрю. Ну, кидайте ролл на осколок, Фелорен, Боримир, Сидасиус. Вот, вот сюда сюда. Сейчас подбегу к боссу. Там стойте в воротах. Поклонский приведет к вам собаку какую-то. Стойте, не заходите туда. Слава, как дела? Нормально. Ты ужин-то приготовил? Да, я его уже даже съела. Артём пришел с работы и не залипает в компьютере. Вов. Так, оскол. О, отдался, да? А у Седасиус отдался осколок? Диспелл слизен. Кто умеет пользоваться диспеллом, ребят? Присты умеют, паладины умеют. Кто-то так еще... сделайте что-нибудь. Делайте что-нибудь, там понятно мне. Я не спрашиваю, кого есть по факту, я спрашиваю, кто умеет пользоваться. Да все умеют. Просто хотят. Никто не умеет. Да не умеют, они просто, ну, не хотят. Или в небо смотрят, есть такое. Сегодня в обычке я все 17 секунд за БДК в слизни стояла. Или сколько там оно длится. А, у меня тоже было такое.
Так, я же говорил, блядь, слушаться не будете, упадет клык. Упал клык, все, блядь, сейчас смотрите. Сейчас, короче, падает объект и падают, короче, тапки. Но если вы затупите, короче, будете блевать больше трех человек, то никто этого не упадет. Сагрите, кстати. Вы мне скажите, кому токеном сагрим? Токен? Ну, Ане, по ролу вроде как. А если ей не надо, то следующему. А вот сюда, сюда, брат, кому ты отдал токен? Так, я тут на перегиле с 8 пати. Нормально, сухари не сгорели. Хорошо. А кто-то ливнул? Кто ливнул? Центр. Он говорил, что ему надо все. Так, кто-то там хотел топор рубить. Он топора бери. А сколько? У меня там 2 КГС. 2 КГС? Могу потом зайти в другие боссы, там тоже лучше. Ну, давайте снимем бой, разбираюсь на дженеков. Где там как? Надо убить дураков этих, короче. Ну, бой, да, надо снять. Бля. Прикиньте эту кашку. Топор, а кто у тебя есть, на кого ты можешь зайти? Паладин. ГС, говори, спер, говори, какой сразу. 39, просто вельтики крафуловые. Красава, вот паладином и зайдет. Отойдите назад, там сейчас собаку сварите. Отойдите. Блин, да, я только хотел в рейд впилиться. А, ресаемся, отошли назад, прист отошел, отошли, блядь. Ресайте людей, сука, пока что сейчас минус 100 крова будет. На всю чурку и чашку. Так, Боримир, подходи. Поклонский, подходи, ты танчить должен. Вы чё, типа, у вас сейчас вы слот есть, да? Вы можете ответить, пожалуйста, кому-то этот чёртов токен ушёл. Во-во, блять. У вас сейчас... У него есть вар, значит, у него ник Аусидасиус. Напиши ему в ПМ. Слышь, ты дурак, блядь, зайди в РК, во-первых. Во-вторых, кому ты отдал токен защитника Герц Синдры? И он тебе напишет. Что случилось? Что там такое? Да, чёрный лимон, Настя, Гекада спрашивает, кому отдали... Токен защитника героический. Вот, я-то думаю. Я-то думаю, чего вы переспрашиваете? У Ани все освещено. Кому ты отдал токен в итоге? А он у меня все еще лежит. Есть попробуй. Слот! Нет, пошел. Бери свободно, бери. Бери его вместо меня, я ухожу. Вместо тебя тут сидел? Да. Сидел. Не, надо выйти. Я. Да. А кто по первой вышел, я не знаю. Никогда может быть выше, но я. Черт возьми. Да, у меня токен. Даже нет. Короче, если он не идет Аню, слушай, то он идет к примеру. Мы смотрим парому. Да не ПГП. Так. Ладно, я в общем Ане отдам. А я она решает. По сути, она его строила. Может еще кого-то собирает. Там всякие. Аня, тебе токен нужен, да? Ну если родила, думаю, не Аня, надо. Блядь, бери что ли? Поклонский. Что? Это... Мне да, я на Энка родил. Нет, мне, блин, мне Аня... Мне все шмотки, битовая под... стена отдала. Да, да подождите вы, Аня сродила токен, я Ане отдаю токен. Все. Не было проблем, она забирала, пускай. О, ленточка. Ленточка, заебись. Вот, ленточку я тоже заберу. Запустите ловушку. Подожди, ой, не кидай на ром, поднять. Нужен человек в рейд, а нет. А кто есть? Да я локом хочу пойти. Я уже плюсую 10 часов подряд уже. Плюсую, уже плюсовался, весь час заплюсовал. Мы на челке сейчас еще. Так, кто там вышел? Бери самогон, человек не нужен. Слава, нужна будет помощь, я в беседке, или в приват мне напиши. Хорошо? Угу. Вторую ловушку, нет? Короче, хз кому отдавать, не знаю даже. Ну, мне ленточки надо забрать. Отдавай мне.
Зашибись ты, блядь. Да, шали. Андерлог не логается. Зачем тебе? Так, Бандерлогин зашел. Нет еще. Значит, на рейнже будет стоять Бу, Фотон, две совы, это я, конскурит. Так, Хант, это 5 человек. Так. И вот Кассия и Непимп. Кральчик под боссом. Портал ставишь на РНЖ, значит ты уже 8. Протопал 9, Фейлорен, бегаешь на РНЖ. Одну минутку будет. Так. Если что-то кто-то умрет, одно тело, протанешься кралька в рейндж. Дальше магии пойдут. Все, чек на пул. Значит, на рейндже особое внимание. Одну минуту. Не будете вместе. Так, кралька, ты на рейндж идешь. Кто ты меня кикнул? Я сказал, что в рейд пойду, просто ну, мне отойти надо. Ну так ты мне пати, ты дай. Ну потом дам. Ты потом чё, доберешь кого, ты потом доберешь кого-то другого, блядь. А возьми ты его. Уже сейчас за мной. Самое, чек на... Ты просто мне пати дай, ты потом кого-то другого доберешься, понимаешь?